Всем привет! Опять снова с вами я, Алена. Это по трек-номеру, я знаю, что это посылочка трико спортивная. Заказывала я своего мужу. Сейчас будем смотреть ее. Где тут ее открыть? Ну, видно, придется трошку порезать. Будем отрезать, смотреть. Знаете, тут резанет. Ну, давайте будем смотреть. Так. Стоили трико эти $7.5. Как понимаете, это, в принципе, не так уж и дорого. Сейчас посмотрим, что ж у нас тут. И какое качество. Открываем. Ну вот, трико такого серенького цвета. Так, сейчас будем смотреть. Вот этикеточка у нас тут, то есть товар этот новый. Брала я размер L-ку. Ну, качество, хочу сказать, очень приятное. Моделька интересная. Тут вот два карманчика. Так, тут у нас вон шнуровочки. Затягиваются. Интересно, конечно. Сейчас будем смотреть. Ну, ткань приятная на ощупь. Шито достаточно хорошо. Я бы даже сказала, для китайцев. Ну, вот такие вот трико. Будем заказывать еще. Я себе хочу спортивный костюм. Может, тогда придет, будем смотреть, снимать посылочки. Ну, вот и все. Заказывайте. Не стесняйтесь. Это посылка сайта AliExpress. На AliExpress всегда под любую посылочку даются трек-номера. Так что вы можете отследить. Посылка шла около месяца, где-то чуть больше, чем месяц. Ну, вот и все. Всем пока. До новых встреч. С вами была я, Алена.